У них всегда были отличные отношения. У начальницы Евросоюза и президента Украины, то есть, лучше некуда. Но вот тут такие дела. На приказ ему на запад, ей в другую страну. Уходили комсомольцы. Ну нет, не комсомольцы, конечно, скажем так, демократы. Демократы на гибридную войну. Я пошел на войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. И мне что-нибудь родная на прощанье пожелать. И родная отвечала: я желаю всей душой. И тут нам надо поправить исходный контент Михаила Исаковского. Больше не будем, обещаю. Победи их непременно, сразу будешь молодец. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, а пиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь.